Тульском ДК железнодорожников со своей сольной программой выступила Марина Девятова, финалистка известного телепроекта «Народный артист». На суд зрителя певица представила свою сольную программу «Я счастливая». Это увлекательное шоу в красочных костюмах с танцами и народными песнями в современной обработке. Честно могу сказать, у артиста всегда есть проблема, что петь. Что петь и что лучше идет. Вот мне мой отец всегда говорил: Марин, пиши много песен, записывай большой репертуар для того, чтобы, ну, все равно из 100% 50 оно уйдет в стол. Вот 50 самых сочных останутся в программе, в твоей сольной. Это народная песня в современной обработке. То есть мы просто адаптируем народную культуру, причем не только русскую уже, и песни народов мира, и авторские произведения, которые также уже можно, наверное, назвать народными песнями. Мы интерпретируем это, адаптируем, точнее, да, к 21 веку.